К другим новостям. С начала сезона снегопадов сотрудники Госсанэпидтехнадзора проверяют качество уборки улиц, а также следят за тем, чтобы наледь на лестницах железнодорожных станций убирали вовремя. Как подчеркнула главный инспектор ведомства Татьяна Витушева, платформы, особенно мосты, это места повышенной опасности, где любая нештатная ситуация грозит несчастным случаем. Кстати, всего в Подмосковье в проверочный список вошли более 1000 железнодорожных объектов. После обильных осадков на портал «Добродел» поступает много жалоб по уборке снега во дворах и на тротуарах, а также вдоль автомобильных дорог и на железнодорожных станциях. Сотрудники регионального Госсанэпидтехнадзора регулярно проводят рейды, выявляя нарушения. Вот лестничные сходы через железнодорожного моста почищены хорошо, до твердого покрытия, на всю ширину. Видно, что обрабатывались противоугледными материалами. Мост уже почищен, но недостаточно хорошо. Достаточно такие неровности, возможно, и падения случайные. Ну, вообще, можно еще чуть-чуть почистить, конечно. Я уже вот по этому краю уже можно подскользнуться, потому что нога-то не встает прямо. Но я приезжаю. Принимаем меры в соответствии с действующим законодательством. Да, выезжаем на место, осматриваем, фиксируем правонарушения. Есть снег, нет снега. И, соответственно, принимаем уже меры административного воздействия. Стоит отметить, что работы по устранению всех выпавших осадков сейчас много. Перед коммунальщиками стоит задача приложить максимум усилий по уборке Люберецкого округа. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.